Всем привет, с вами StevPro, и сегодня расскажу вам, зачем нужен рычаг и дневной датчик в Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, дневной датчик можно использовать как, так сказать, две лампы. Вот такая лампа, но когда мы переключаем наш дневной датчик, он меняет цвет, и лампа выключается. Дневной датчик нужен для того, чтобы, когда будет ночь, лампа будет гореть. Или можно настроить, когда будет день, наша лампа будет гореть, а когда ночь, она просто потухнет. Ну, лучше сделать наоборот, да? Кому как лучше. Вот как видит солнце, и поэтому лампа не горит. Вот. Ну, дальше идет крюк. Ну, крюк нужен для ловушек, скорее всего, или для механизма. Вот мы идем. Оп, коснулись крюка, и наши двери открылись, да. Не более заметно. Но крюк держится на паутине. И от крюка проходит редстоун. И он доходит до дверей. Вот такой механизм. Ну, можно двери заменить на динамит. Или на что-нибудь еще. Также крюк можно будет и спрятать. Да, его просто можно спрятать. Вот, ну, чтобы соединить крюк, нам понадобится нить. Подходим к нити, и наш крюк натягивается. И все. И происходит, так сказать, ловушка. Вот, видите, все работает. Без всяких багов, идеально все работает. Теперь вы знаете, зачем нужен дневной датчик и крюк в Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.